Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. Так. Небо, барабы, не куколку. Большое спасибо. А, это у него звук пропадает. Кто такой Гительман? 500 рублей и сердечко наблюдатель. Спасибо за теплые слова. Спасибо за поддержку в 200 и 100 рублей и сердечко Костя, Артем Панагоркин Бодигард, Дон Симон, это новый грек, так что еще что-нибудь выдаст. Погнали. Нет, это не... Ванамас, история любви. Но она уже подъехала, может она потерялась? Серега Симонов, задоначил 5000. Нет, вы без сердечка прислали. Если бы не шпрыло по тоскухе, мы терде прям, как охранник бара в Питере на Луцкой. Серега Симонов, задоначил 5000, если бы не шпрыло. Ванамас, история любви. Карина, здравствуйте! Карина, можно? Что это за девочка? Кто мне объяснит сразу же, почему я так встречаю, и чем она знаменита? Я... Ребята, все по чесноку. А как вы хотели? Здравствуй, Карина, как бодрость духа, как настроение? Нормально, я хочу есть. Просто он фанат. Да, просто, да. Голодная Карина. Даже нет. Только ты. Потому что... Вот это Симонов я знаю, вот этого чувака я не знаю. Батек потом, как говорится, не надо, молодой лев потом горло просто бьется. Цепится. Сука, бля, горло выгрызу нахуй, любому выблядку нахуй. Кариночка, не стесняйся. Так это странный человек, который... Футболки. Сейчас Ванечка бреет и будет яйца свои... Вы это сам алкоголичка. Катаю тебе, Кариночка, не обращай на Ванечку внимания, он очень стеснительный. Ой, Ванечки не будет. Рассказывай нам, чем занимаешься? Живу, учусь, работаю, я очень скучная, не знаю, зачем меня позвали. В смысле, зачем позвали? Ты же легендарная... Почему у нее какие-то проблемы? Смотрите, у нее как-то рот так странно сделан. Типа вот это она как будто бы ухмыляется, а вот эта вот часть вниз... То есть такое ощущение, как будто бы у ней инсульт. Очень страшно выглядит. Ну, как бы страшно, в смысле, ты переживаешь за человека, все ли не в порядке. С инсультом не шутят, вы понимаете. Женщина легендарна. Да. Ты будешь журналистом и в какой газете? Где-то уже стажировка у тебя есть, либо уже работа? Да, я работаю. На стримере увидели бабу. Про лайфстайл, там, про звезд рассказывают. Ты о звездах пишешь? А о звездах нижнего интернета что-нибудь может? Нет, ничего не пишу про них. Да, Кариночка, не хочет Джаггернаута? Нет, я не пью. Это же Игельмейстер, он же не Джаггернаут. Кстати, не люблю Игельмейстер, не самый приятный алкоголь. Не шутите с инсультом, попивая морфий в травматологии. Не знаю, откуда эта цитата. Она удмурт какая-то, наверное. Вам больше достанется. Карина, говоришь, дешевая шутка. Вот, держи 500 рублей и в общем, едь... к Ванамасу. Я тут слова некоторые убираю. 500 рублей. Кариночка, добро пожаловать в семью. Не стесняйся, тут все свои и очень тебе рады. Вон у того старичка сегодня день рождения. Поздравь его, близ. 8-го было, но мы сегодня отмечаем. С днем рождения. Спасибо. Дон Симон, устраивайте грязь. А что они делают? Засосите Карину, поцелуйте ее нежно в шею, полобзайте ее сосочки нежно и гривы засосите. По плану. А хикану Карина не даст. А по поводу журналистики, по-любому я уйду в какое-нибудь другое направление, просто потому что я хочу чем-то другим заниматься. Ну, типа там мало денег на самом деле. Вон. Блин, вот только деньги волнуют. Знаете, где много денег? Знаешь, где много денег? Тебе скажу, вот ты, кто ты Карина, да, на этот самый, OnlyFans много денег, говорят, вот, чем не журналистика, я бы сказал, бы даже это в чем-то гонза журналистика у меня, ну, либо у Йоба Делюкс, да. Ну, то есть больше, чем писать про звезд, какие-то сплетни, но экономика, политика, типа это очень, ну, тяжело. Тяжело? А так, я попробую там в дизайн, но это нужно после учебы, потому что учебу с работой... Она ж не знает. Нельзя слышать. Да, сколько тебе платят, если не секрет? Я работаю 7-0, да. Ну там типа можно наперед сделать и как бы отдыхать. 80 тысяч. Там расстроенные женщины, что все внимание с них ушло в другую сторону. Они сидят как бы такие обделенные, никому не нужные. Я прям ощущаю их горечь. 70 тысяч, ну за... Я сегодня на стриме. Ноль это даже мало.
Ну, типа, я не работаю 8 часов. 2 часа в день максимум. То есть, я правильно понимаю, что вот у этого Шиза Симонова, у него фотографии со знаменитостями, а вот там вот портреты его, видимо, родителей каких-то, не знаю, живых-неживых, вот... Фига себе, это ты. А откуда ты эти сплетни берешь о звездах? Не, мне просто дают как бы тему, типа написать, не знаю, секрет молодости Энхэтуэй. Кого кого? Я беру там. Короче, вот эта вся фигню, байтовые заголовки, она пишет, и она занимается. Типа надо исключить из своего рациона всего лишь 2 блюда, чтобы быть как Энхэтуэй. Всех источников набираю. Надо всего лишь начать есть клетчатку, чтобы быть как Эмбер Хёрд. Ты можешь больше, Карина. Попробуй, батька, не пожалеешь. Расскажи, пожалуйста, тебя преследуют? Я думала, что меня не преследуют. Типа то, что в интернете. Это, ну, мне на это пофиг. Я закрываю Инстаграм, там могу закрыть Телеграм. И я выложила, что я иду в театр. Когда мы с подругой вышли из театра, сзади подошел чел и типа взял, ну, вот так за талию чуть-чуть. И я сразу отскочила. Угадайте, кто это оказался. Это батёк был? Да. И типа это было в центре Москвы на Сухаревской. Да я так и знала. У меня не было с собой, ну, типа, этих перцовки. А моя подруга вообще стоит такая, типа, что происходит там. В намаз ее сталкере? Да. Да ладно. И ты одна. Я ее ищу. Подруга была. Да, подруга стоит, она вообще ничего не понимает. Типа чел подошел, наверное, цветочек просто так. Я тоже ничего не понимаю. Смотрите, я его посла, ну, на 3 буквы, короче. Короче, подруга подбегает, я даже не вижу, типа, у меня все трясется, мне очень плохо. Блин. Она такая, да он ушел, типа, что ты притворяешься? Что ты притворяешься, ты ищешь? Он уже ушел. И он, короче, куда-то вдоль улицы пошел, и мы потом. Что батек в намаз, тот самый Иван. А что такого-то в ней? Да, действительно, что я сталкиваю-то? Что в ней особенного? Реально какие-то у них проблемы. У нее реальности либо нерв защемлен. Смотрите, у ней лицо реально как-то странно выглядит. Здесь даже видно. Прям вот здесь типа нормально, а здесь как будто бы оно сдвинуто как-то. Непонятно, что у ней такое. Просто подошел, приобнял тебя, и ты понимаешь. Карина, расслабься, здесь все свои, но никто тебя убивать, насиловать не будет. Не-не, здесь все свои, да. Зачем ты... Как не будет? Я тогда ухожу. Илье, которого в народе зовут Потлач и прочее, зачем ты говорила, что от батька, блядь, этими, как их, вот, тряпками воняет? Воняет ли? Он воняет. Я реально вам говорю, вот не отвечает. Я подтверждаю, он воняет. Он воняет. Вот, блин, представьте, что вы тряпку понюхаете, который в больнице бабка. У меня знает. Другой вариант, козля. Она, кстати, тряпка как раз, которая валяется, вот как у вас, если лежат, например, губка, да, она же тоже начинает именно аммиачные такими соединениями пахнуть, ну, как, собственно, там и моча, вот, поэтому... В общем-то, это может быть именно такое питание своеобразное. Скотина. Ну, да, 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 да. Я согласна, что... С половыми. Может быть, я донесла информацию, типа... Может быть, он... В оскорбительном тоне. Может, факт остается фактом. Или у вас может быть несовместимость белка. Еще есть такая штука, что есть разные типы белка, и для того, чтобы пара была более, так сказать, генетически совместима, вам как бы... Человек с белком, который вам не подходит, он будет как бы для вас вонять. Понятно, что для такого же человека с таким же белком, как у него, он не будет пахнуть. А вот для вас он будет вонять. Тоже нормальная тема. Как ваша кето? Ну, я все еще на ней, и у меня пока сброс веса остановился на 73 килограмма, меньше 73 пока я не падал. Жду, когда пробью 70, и тогда посмотрим. Это будет... Сейчас идет 3-я неделя. У меня не было типа желания прям издеваться над ним, там обосрать. Зачем? Батёк безумно и безответно в тебя влюблен. Ничего. Я тоже кого-то безумно люблю. Это же удобно на самом деле. Самое удобное — это кого-то безответно любить. Это самое удобное в жизни, что может быть. Потому что тогда ничего делать не надо. То есть вы так, она меня не любит, и все. И не надо там на свидание ходить, не надо там какие-то подарки дарить, что-то делать. Вы только можете переживать о том, как кто-то вас не любит, и все. И как бы финансовых трат ноль. Рекомендую безответная любовь для вашего кошелька.
Ну тебе, в общем, похуй абсолютно, да? На батька? Ты не планируешь какие-то с ним отношения? Никогда. Почему? У меня есть молодой человек, я не хочу. Как он называется еще? Почему молодой человек еще не... Что, убермаргинал? Почему молодой человек еще не избил вот этому вот чему лицо, я не знаю, то, что он постоянно лезет к его девушке? Это тоже странный человек, без яиц. Почему? У меня есть молодой человек, я не хочу. Как канал называется еще? Вундервафель. Вундервафель, да. Кто знает, на самом деле мы ее уже немножко рейдили. Поэтому очень много школьников и очень мало известных людей. Ну, в очередях я не стояла. Как бы, да, но я с ним просто так пошла. Как ты вообще с этим чудом познакомилась? Вот он со мной познакомился. Ну он что, рейдил или что? Да, он рейдил, но я вообще не знаю. Ты на Твиче был. Так, вот бы меня тоже по это самое... кстати, может быть, потому что я на провод кладу телефон, и здесь происходит какой-нибудь наводки. Вот бы меня тоже полюбил какой-нибудь популярный стример, безответно меня влюбился и постоянно рейдил. Блин, было бы так кайфово. Это, наверное, то, о чем я сейчас больше всего мечтаю. Просто популярного стримера, который меня полюбит. Было. Он что-то подписался на меня, я думаю, Гамаз или Ванамаз. Ага. Я что-то не того. Блин, Иван Гамаз. Иван Гамаз классный. Я думаю, если бы это был Иван Гамаз, им точно стоило бы замутить. Кто узнал? Чуть-чуть. Я просто посмотрел, что есть Ванамаз, но я не смотрела его контент. Так, значит, он тебя зарейдил, а кто на связь после рейда первый вышел? Он. Я вообще не знал. Он, да? Да, Иван Сапожник какой-то писал. Я смотрю, у него... А что написал? Можно узнать? Написал: «Привет, не хочешь на Игромир сходить со мной и с этой, с Эльзой? Если я его увижу, я, блядь, у меня баллончик крутился». И кепку туда? Да, да. И будет хватать вас за талию после кинотеатра. Ну, к счастью, у меня нету талии. Я до сих пор лежу. Считает, что ты прям в него влюблена. И просто его как бы... Ну, ты специально его отдаляешь, чтобы превратить его в ручного зверька, да, а он не сдаёт. Кикука и кусок. Здравствуйте, приветствую вас. Потом я признаю, я вам говорю, да, я его позвала на концерт Монеточки, это была я. Блин, что это? Почему кто-то за этим следит? Это просто какая-то хрень, это просто свиной экулянт, я не знаю. Типа какая-то рандомная баба, какой-то мужик в этой самой, в майке, который стримит. Кто эти люди, кто их смотрит, чем они интересны? Мне хотелось сходить. Я даже помню, был еще один пацан, который хотел со мной пойти. Но я думаю, пойду с этим, типа, по намазу. По сути, Игромир, да, а некое свидание условное. Свидание. Ну, свидание, да? Это было вот эта Монеточка. И чем встреча с Монеточкой закончилась? Мы пошли, пожрали Бургер Кинге. Ага. Норм, тема норм. И разъехали. Бургер Кинге. Да. Запомните, водите в Бургер Кинг. Запомните, платить не нужно. Пусть она сама себе все покупает, и вы раздельный счет делаете. Он и сказал раздельный счет? Я типа всегда сама за себя плачу обычно. Но он на этом сделал акцент. Нет. Раздельный счет в Бургер Кинге. Промолчал. Ну, кроме кино. Вот кино она плачет. Ну, короче, потом я эти встречи не помню. Мне надо было сходить в кино на какой-то фильм. Я прям очень хотела посмотреть. Как раз помню, в кинотеатр. Или когда-то мы гуляли, короче, я просто спросила, ну, без каких-то троллингов и так далее, я просто спросила. Все посчитала, да. Удобный скилл, типа, все посчитать. Что ты делаешь по жизни, кроме того, что трошь? В уме. А это когда было уже? Вот что ты решил с такой спросить? Я просто, типа, я всегда напрямую человеку говорю. То есть мы идем, ну, и откуда он подозрение все обсирает. Нет, он все обсирает. Он начал все обсирать. Он мне говорит, что кино говно, вот там учеба, но это тоже говно. Все. Он какой-то социопат, да? Ну, я говорю, а вот все, он же всем говорит. Да. Урок, то есть полностью все его не устраивает. То есть нигилист он кончил. Да. Я говорю, я просто решила спросить, а чем ты занимаешься, кроме труда? Вот это 101 тоже конченый нигилист. Что за гуру пикапа слева? Наверное, специалист, который много девочек познал. Очень похож человека с какого-то математического факультета.
Ну так, не, ну так, конечно, Брегель я бы посмотрел. Inferius History, здравствуйте. Мы вернемся к Брегелю, когда смотрим заказанное видео. Игры в Доту, и за то, что жрешь и ругаешь, объясни мне. А он что отметил? Он такой. Блин, кто вообще играет в Доту? Ну ладно, я понимаю, жрать и рыгать. Типа, ну, это еще куда ни шло. А в Доту-то играть, это вообще какой-то зашквар. Типа, Дота, не знаю... Это хуже, чем все, что есть на этом свете. Да, типа, ничем больше, а чем еще надо. Ну, у меня есть какие-то планы по жизни, но я тебе никогда не расскажу. Такая, окей, офигенно. Это как это, как там... Ну, вообще, да, но в данный момент нет. Подожди, если у тебя что-то есть по жизни, ладно, нормально. Ты целовалась с ним? Нет, да, в жизни. А вот последняя встреча, до нее дойдем. Да ладно, типа, целоваться-то, что такого? Там я просто... Хотя, может быть, она ему сосала, но не целовалась. Он типа сказал, давай обнимемся. Я такая обнялась. Ну как его объять? Он каменный? Да, воняет пиздец. И смерти станет. Вот, короче, и он вот так просто обнял. Вот просто вот так руки, да? Да, и я сразу так на одной, вот на последней встрече... Technically yes, but practically no. Спросил типа, а как у тебя отношения с предметом? Ну то есть просто неправильный вопрос. И он такой, вот так кепку просто нацепил, и вот так вот сидел, и вот трясло, мне пиздец стало жалко, и мне стало стыдно, что я... Что, это была реальная реакция, да? Я поняла его как бы проблему психологически, наверное. Ну что у него есть? Ну, в целом, наверное, если у вас реально такие, как бы вы такие зажатый человек, то нужен психотерапевт, который поможет вам раскрыться, потому что обычно такая проблема социализации мешает существовать комфортно. Мне кажется, это рождает кучу неврозов. И, наверное, судя по поведению Ваномаса, о котором она рассказывает, он даже бабу не нюхал. И это как бы... Ну, то есть надо понюхать бабу хотя бы для того, чтобы понять, что это бессмысленно, этим можно не заниматься. То есть просто как бы забыть про это и идти. Идем дальше. Вот, это важно. Я хочу колу холодный. Там-тара-та-там, та-ра-ра-рай, ра-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 
ибо на ты воняешь. Но это тоже некрасиво с ее стороны. То есть она, в принципе, говорит, что у человека проблемы, и на камеру обсасывает его проблемы. Конечно же, типа, она здесь самая большая мразь из всех мразей, которые есть. Ну, с другой стороны, она девушка. Детство, да, что-то. Я так поняла, он ни с кем не общается, ни с матерью, ни с кем. То есть он как приехал в Москву, и все. На самом деле, он даже не он нормально тебе не сказал, что он там, типа, ну, ты ему нравишься или что-то. Ничего даже такого. Я тебе про последнюю встречу скажу. Ага. Почему она была последней? Мы что-то болтали, я говорю, ну, ты же мой друг. Он такой поворачивается, вот так начинает смеяться. Знаешь, что он смехом? Дебильным, да. А, ну типа он, понятно. Да, типа, он своим типа этим, хозяин положения. Такой. Да, своим шизоидным этим смехом ржет. Я такая, в смысле, я что, типа не друг? Ты думаешь, мы с тобой дружим? Потому что мы не целовались, не обнимались. Ну понятно, да. Вот. Он такой... Не друг, знакомый, я... приятель. Он такой поворачивается. Да я никогда вообще с девушками типа не дружу. Я тут. Мучу. Мучу? Ну, мучу. Можно так сказать. Да? Ну, я типа эту встречу дожала до конца, мне хотелось типа узнать, что там у него в башке. Дожала, когда он расплакался в Бургер Кинге, мы потом ушли, и все, я села в метро и уехала. Почему? У меня есть молодой человек, я не хочу. Там даже какой-то... если его нет, я не хочу. Просто мне очень обидно за батька, потому что он мне нравится не как мужчина, а как блогер, на котором, еще раз, мы все росли и старели. Господи, кто на таком говне рос? Ребята, кто-то рос на Ванамасе, на вот какое-то чмо, непонятно. Типа, серьезно? Кто-то рос на Мэдисе, на Ванамасе, какие же вы уроды, реально. Господи, вам самим от себя не противно? Почему? Чем тебе батёк не нравится? Расслабься, ты в закрытой позе. Ну, тем, что он меня сталкерит, наверное, тем, что он... Не знаю, мне не нравится, что он выслеживает какие-то мои движения, рассказывает об этом на стриме. Мне видео про этих чувак постоянно кидает знак незнакомый. Мне тоже. На стриме. И меня больше, меня не пугает, блин, этот человек, меня пугает его аудитория. Батёк тебе не нравится, потому что... Кто-то должен... Кто-то должен, а, этот самый, остановить этот круг, когда кидаете видосики.
Рос образное, возможно. Нет, я думаю, он серьезно. Клоун. Лично я в детстве полностью мимо блогеров этих первых прошел. Ну, я тоже абсолютно меня не задело. Я максимум, что смотрел СК2 ТВ, но там не было таких образов. Я помню, как на Good Game появились вот эти вот странные... Кто там, мать с сыном, вот они там постоянно с другом ругаются, как их зовут-то. Но мне тогда это было так противно, типа, я подумал, что это за это самое, для кого это, что это за деградантский контент. Что, он старый или что? Или что? Скажите своей работе. Так. В каком плане не нравится? Говзавр, да. Как блогер, как мужчина. Человек, ну просто, ну не нравится все, да. Зачем? Ну это такой-такой вопрос. Я задам вопрос тебе. Ну нормально. Я не знаю. Эльзенька, доченька, задай, как женщина жить. Да, ага. Вот, вы же с ним ходили, правильно гулять с ним, когда мы... Ну он думал, что это свидание. Ну, так что ты ему не сказал, ты же надежду дала, наверное. О, пошла прожарка просто. С ним просто, да, вот общаться, подружить? Ну, типа, да. А он подумал... Ну, потому что не было такого, что там в конце какой-то встречи ну, как-то человек, типа, дает тебе знать, что ты ему нравишься. То есть он ничего не говорил. Ну, да. То есть ты ему надежды не дал. Кстати, самое забавное, короче, я в итоге почти со всеми, можно сказать, со всеми, да, людьми, которых я смотрел на стримах, встретился в реальной жизни. Нет. Я не знаю, это нормально или нет, можно назвать это сталкерингом или нет. Я не говорила ничего, я так понимаю. Если, ну, и типа, даже когда он что-то сказал, я типа говорю, нет. Что он сказал? Я выложила, типа, что я на кровати сериал смотрю, и он мне типа пишет, я бы хотел полежать на этой кровати. Я такая, типа, чё? Типа, она же хотела этой реакции. И вот тебя самое удивляет, что она строит себе жертву, но, по сути, она является провокатором, то есть ей нужно это внимание. В целом, скорее всего, у нее тоже какие-то комплексы, какая-то неполноценность существует. И, короче, встретились два одиночества. Могли бы создать нормальную ячейку. Писала ему, что нет, не надо. Хорошо, твердо и четко. Тебе Ванамас, батя, нравится? Нет. Ну что, если бы он ей нравился, она бы с ним давно уже встречалась. Конечно, ей не нравится. А тебе нравится? Как блогер, как человек. Провоцировать чадов купился только престарелый девственник. Он не болен. Почему ты сразу не сказал, батёк, мы с тобой просто гуляем, там мы развлекаемся? Вот одна, честно. Ну, блин, я думала, я со всеми просто, типа, гуляю. Ай. Ну и потаскушкой была ее мать. Говорю, обсуждаю какие-то темы. Мы не обсуждали какие-то темы, типа, Саманцочки. Я не знаю, там, ну, какие-то романтические. Ну, я скажу свое мнение. Вот, я не знаю, там, Карина, сколько его лет знаю. Ага. Я Ваню знаю с 2010 года. Это сколько получилось? 11, почти 12 лет. Я могу сказать, что Ваня один из первых, ну, я уже говорил, там все это, в принципе, знают, не новость. То, что он один из первых, кто вообще меня поддержал на поприще Ютуба. Конечно, у каждого из нас там есть какие-то там косяки, там какие-то моменты, там где-то мы так, там мы кому-то не по... Это нормально, это жизнь. Чао. Пока. Он на самом деле человек, который новатор. Натирала ли Карина свой пельмень, представляя, как Ваня играет в машинки? Ну, ты понимаешь. С батьком у вас твердо и четко ничего не будет. Или еще раз. Да господи, Нина тот же вопрос задает. Зачем? Ты никаких знаков ему не давала. Это понятно. Но зачем ты Илье Потлачу, как его называют в народе, зачем? Блин, он мне оказался позитивным человеком. Позитивчик. Илья? Я тоже. Позитивчик. Который хочется разоблачить действительно, ну, настоящую натуру маньяческую. Ну, не маньяк, но склонности вообще есть. К чему-то Боя. У него есть. Даже я... Каково мнение русских рэперов по этому поводу? Заявлю это. Даже я, ребят, об этом заявляю, что у нас... Кто такая вообще? Кто эти люди? Я это осуждаю. Кто вот эта вот накрашенная девочка сидит? Кто они? Я не знаю. Что они здесь делают? Даже посмотреть на их ссоры с этим Потлачом. И чё? Как он себя ведет? Сидит, но человек не будет так орать, не знаю, чтобы на всю квартиру...
смех. У батька? Да. Нормально у него смех. Смех нельзя не сказать, что типа... Ну я как адвокат батька, я скажу, что нормально у него смех. Плач – это враг батька. То есть Илья, он был оппонентом батька. Он же специально... Нет, вначале же они дружили. Вначале они строили эту битву. Он... После вот этого видео, когда какой? На стриме у него упала камера, мне просто прислали это в личку. А. В смысле, с... Вот это? С гениталиями? Ну да, ты считаешь это нормальным. Нет, действие. Что? Все отвратительно, видите? Я стараюсь все равно стримить. Вот у меня все отваливается, все плохо. Стараюсь для вас. Вы даже не донатите. Так и не узнали реакцию на гениталии. Я говорю, кому напоминалочка не приходила? Ну что такое? Ну, гениталии, гениталии, что? У кого их нету? Что он делал, по-твоему? Да. Я не буду говорить, что он делал. Ну, мастурбировал. Нет. А что он реально там делал? Непонятно, что там делал. Он нюхал, что ли, своего? Ты фанатеешь по монеточке? Вот, действительно провокационный вопрос. Если я озвучу эту причину, все сразу скажут, что она меркантильная сука. Ну, она правда меркантильная сука. Просто чтобы батёк за тебя заплатил. Нет, просто типа... Как есть, договори уже, ну все свои. Плати. Я на самом деле плохая. Ну типа, просто... Смотрите, она призналась, все. Ну, это вылечили. Хочется... Я часто хожу с кем-то куда-то потусить. Ага. Все. Что это за звук странный был? Ну просто, чтобы батёк за тебя заплатил, правильно? Чтобы за тебя заплатил. Ну знаете, как девушки на Тиндере ходят куда-нибудь... Поесть. На свидание... Есть ли что-то более отвратительное в современном все, чем монеточка? Не знаю, я не специалист по современной попсе, но я считаю рэп, в общем-то, который современный, он довольно отвратительный и пытается быть псевдоинтеллектуальным каким-то. То есть, я считаю русский рок, ну, который старый, он псевдоинтеллектуальный, но он не пытается таким быть. А вот рэп, он пытается быть псевдоинтеллектуальным, типа пытается как-то искусственно... То есть, рок, он просто наивно интеллектуальным пытается быть, а рэп, он вот пытается в себя что-то вложить, вот много-много всего, всякие отсылки, цитаты, прочий постмодерн, и ты думаешь, а не пошел ли ты нахуй? Мне монеточка понравилась в фильмах про Робокопа. Ну, рэп просто мне вне музыкального искусства в принципе, попса это хотя бы музыка. Ну да, хотя бы. Ну и что тут такого? Но я занималась тем, что приглашаешь кого-нибудь куда-нибудь, и вы идете типа там. И ты решила пригласить батька. Карина Шпакта, самая знаменитая пассия батька. А? Вот Лолочка, она тоже стримишь. А Лола, как тебе найти? Расскажи, пожалуйста. Так и написано Лолита по-английски. Лолита по-английски. Вот все. Ярослав Секта и Дон Симон. Ну, я ваш кореш, Хикан Намбаван. 6 ноября умерла одна женщина, которой было 44 года. Это моя соседка. Она 20 лет отдала своей профессии, то есть она даже написали в Коммерсанте, можете посмотреть. Не буду говорить фамилию, но очень много женщин, достаточно богатых, умных, которые достигают своих целей, там, которые идут... Умирают от рака. Не замечают. У папа была собака, оба умерли от рака. Да. Дело в том, что вот мы всегда делим. Мужчины же не в этом дело. Чтобы диагностировать рак, надо сделать пульпацию, или как это называется, короче, грудь проверить на рак. Если у тебя есть мозги, ты эти свои мозги будешь применять туда, куда, ну, нужно. А если их нету, неважно, кто ты, женщина или мужчина, то есть у тебя все равно, если их нету, ну, нету. Ты понимаешь, что такими действиями ты спровоцировала, так сказать, фантазию батька на то, что ну вот я с девушкой гуляю, а ты же понимаешь, что у батька какая логика, что дружба между женщиной и мужчиной невозможна? Я не знал до последней встречи, что он так думает, понимаешь? Мне тут кажется, ноги равно. Это типа лолка. Дон Симон. Блин, она же все знает, она все знает из нижних интернетов. Карина, ты просто маскируешься. Не, ну, если я тоже предстоит. Это идеология. Разумизм. Естественно. Абдулов был
Абдулов. Мужик вот такой с большой буквы. Я с Абдуловым встречался тоже в том числе. Дим, ну, ладно. Вот оно. Ну, ждали? А вот и я приехал. Блин, Абдулов приехал. Блин, снимай! Че ты стоишь? Блять, батюк, подожди! Стой! Батя, батя, подожди! Батя, стой! Блять, батя, стой! Карина, я отвечаю. Сейчас. Батек, батек, батек. Батек, батек. Отъебись, блядь! Все, батек, батек, все, все. Карина, спокойно. Мы его не звали. Батек! Блин. Батек! Батек, скажи, мы тебя звали? Просто чтобы с нас подозрели. Здесь оставим. Ребята, котята, вы ведь у меня все классные, не будьте таким чмом, пожалуйста. Не делайте так, чтобы мне за вас было стыдно. Вот как бы, я не знаю, вот Ватамас, не знаю вообще, что он за человек, но мне за него неудобно и стыдно. Не будьте в такой ситуации, пожалуйста. Вот, ну да, еще минутка осталась, и все. Блять, батек! А ты думал как? Это интернет. Я вот я так и знала, что. Нет, я до последнего был уверен, что батек не приедет. А я вот подожди. Знала. Батек, какими судьбами? Дима проходил, да, бросай. А что это за мальчик там? Блять, это. Это себе дал. Дон Симон! Нам зрители привезли. Так, вот. Ну что, батёк, что вы скажете нам? Что вы скажете? Легендарный стрим. Я что вас говорил, блядь. Мы несколько допустили. Ты счастлив, что ты увидел Карину? Счастлив? Успокоился? Конечно, счастлив. Батёк, ты когда ты увидел? Как давно? Да я просто решил вот к Серёге заехать на пятничный квартирник. Блядь. А вот и я. А это кто такой? Господи, какой он страшный. Человек еще больше похож на маньяка, который дрочит целыми днями. И смотрите, хочется. Сусин, блядь, ну скажи, почему ты не хочешь, чтобы... Блядь, снимай, что ты стоишь? Жених приехал. Ну, это вот, представляете? Что, жених приехал? Иванов, ща будет кринж. Ща она драпанет, он сразу же подорвалась. Видите, это ну, широко шиза, они все просто придурки. То есть сидит. Но хватик прыгает, яичками дрыгает. Так, посмотрели. Спасибо большое аноним за 800 рублей, за отличный контент. Ребята, будьте мужиками.